Приветствую вас, геймеры, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в финал. Итак, чтобы открыть Литву, нам с вами осталось выполнить одно из трех, скажем так, извращений. Завоевать 50 провинций, убить 20 дивизий, ой, 20, 50, sorry. И 20 провинций, ну, менее 20 провинций должно остаться в Германии. Но я выбирал между завоеванием провинции и уничтожением дивизий, и решил все-таки уничтожить дивизии, потому что для меня это поинтереснее будет. Завоевать провинции, это, ну, с одной стороны, это, может быть, даже попроще будет. Да, но времени может занять дольше, потому что у нас с вами, если вы помните по предыдущему эпизоду, СССР будет гонять много. То есть нам надо будет обосноваться где-то в Турции, как-то так. Да, и захавать там, ну, как мы с вами за Турцию гоняли, столько и захавать примерно. Да, поэтому я подумал, еще лучше дивизии мочить начать. Союз отрубим, будем мочить всех. Вот. Латвия против всех. Погнали. Крепление. Завод. Так, в Латвии пришли добровольцы. Вот это классно, кстати, сделали. Что в начале игры в самом приходят добровольцы к нам с вами. Так, в Риге у нас ни хрена нет, по сути. Три дивизии всего. Ну, блин, нас с флота могут атаковать, это неудобно будет. Давай так, ну, опять же, заказываю броневички. И за ресурсы нам с вами надо будет попробовать выпилить Тарту Сталином. Так, броневичков тут нет случайно? Блин, жалко. Так. Давай-ка вот так сделаем, что мы. Бяки никакой не произошло. И попробуем атаковать их в лоб. А, подожди, стой, а у эстонцев сколько? Кто что? А, ну ладно, считай, те же самые противники. Не, нифига не получилось. Но я попытался хотя бы. Меняем ход. Ну все, опять же, упирается в броневички. Главное, чтобы нас с флота не обстреляли, это не очень удобно будет. Так, нормально, нормально. Нормально идут. 50 дивизий. 50 дивизий это получается, например, 4 раза окружить дивизии по 12. О, экономические успехи, вот этот класс. Я одобряю. Так, Каунас можно выпинуть. Ну, в смысле, из Каунаса можно выпинуть людей. Давай так, наверное, сделаем. Ой, вот это неудобно, они подошли так. Нам с вами. Наверное, из Каунаса не будем пока никого выпинывать. Сделаем вот так. Один броневичок. Сюда кинем. Так. И отсюда атакуем и поддерживаем одной дивизии. Вот так. Все, две замочили. Уже неплохо. Так. Тут, наверное, сделаем так. Броневичок один вот сюда. И двумя в лоб. Ох, класс. Клево, что самолеты за дивизии считаются. Это считаем мы с вами. Можем, чисто выпиливая самолеты, наверное, где-то пол задачи выполнить. Так, тут можно выбирать, по сути, пехоту бахнуть или броневичок. Я, наверное, броневичок дополнительный бахну, потому что следующая наша точка отправления это Каунас. Так, тут, кстати, могут нас и старту выкинуть. Ну, посмотрим, что тут будет. Пока все более-менее классно. Не, старт у нас не выпинали, но выпинают в следующем ходу. Это почти гарантированно. Так, в Даугаве 5 дивизий, тут 4. Могут на Даугаву напасть. Эстонию уничтожили мы с вами.
тут заблокировали. Ой, обстреливают этих ребят. Так, наверное, пойдем все равно. Все равно тут нам с вами пока делать нечего. Плюс нас еще обстреливают. Это ни в какие ворота не лезет, как говорится. Так. Так. Атака пока у нас. Есть идейка у меня одна. Сейчас. Вот так вот. Вот так вот. Так там поляки, сколько их там? Одна дивизия, ну, нормально. Одна дивизия, это еще куда ни шло. Так, и одной... А, подожди, нам чего вот этих придется. Так, сдерживать. Да, угалу мы потерять можем, это немного напряжно. Мы на 6 дивизий будем копить. В случае чего-то и хода можно пообороняться тут спокойно. Так. А, ну вот, смотри, короче, сюда. Вот отсюда двинем. Отсюда одной дивизии. Да, Угалу можем потерять, я согласен, абсолютно. Подкрепление брать не будем. Крепление брать не будем. Кружим противника. Будем лупить по нему. Так, а здесь отступим к Таллину. Давать там бой просто бессмысленно, потому что слишком много противников. На этом участке плюс еще 8 пойдет. Это жестоко. Так. Бить будем из Гилгалы. Гилгавы. Ну, такие вот веселые прибалтийские названия. Ка у нас мы с вами забодали. Так. Самым умным, на мой взгляд, решением будет продвижение постепенно к центру Польши. И выдвигаться, ну, чем южнее, тем лучше. Как видите, тут менее лютая ситуация, чем с Советским Союзом. Только нам надо ключевую провинцию, хотя бы одну, постоянно удерживать. И тогда мы с вами миграционным путем захватим... Ну, не захватим, в смысле, перебьем. Кстати, интересно, сколько мы пров захватили? Раз, два... Так, тут я не помню, сколько было. Так, 3, 4, 5, допустим, 6, 7, 8, 9, 10 провинций. Ой, извините. Ну да. Ну да, не такой хардкор, конечно, как захват провинции в Белгии. Хотя тут есть мысля у меня, была точнее, как 50 занять. Ладно. Меняем пока ход. Смотрим. Эти в тахту полезут. Да, Угалу у нас не взяли. Так, а коли они не взяли у нас до Угалу, можно... И слушай, как интересно они... Ходили. Можно им бой навязать, в принципе. Пытаться. Ей, в Риге добровольцы. Класс. Кто-то Коси перешел. Литва уничтожена. Австрия уничтожена. Не понял. Коси? Так союзов-то нет. Что за тупизм? Ну ладно. Это, наверное, баг игровой. Так. Да, Угала. Да, Угава ты моя, да, Угава. Кстати, мы тут можем из Вильнюса пару дивизий вынести. Еще. В общем, мыслей очень много. Целый ворох мыслей у меня. Что можно сделать интересно. Давай, наверное, 8 дивизий запросим. Так. Вот отсюда одним броневичком. В Гродно. Так, мы их не окружим, это я вам сразу говорю, они могут отступить еще кое-куда. Но мы Минск хотя бы возьмем, может быть у нас... Ну, кстати, такая дохленькая дивизия. Это, кстати, что так, мы с вами сделали. Сюда отойдем. Вот так.
Так, есть мысли. Щеки разные. Давай, наверное, вот так сделаем. Вот отсюда наступим. Отсюда поддержим. И не факт, что они умрут. Да, мы их чуть-чуть пошкрябали. И норм, как говорится. Так, тут мы в Даугаву зайдем. Таллин, конечно. Ну, давай постоим в Таллине. Не факт, что они его возьмут с первого удара, так сказать. Поэтому мы вот так с ними попробуем. А теперь, кстати, есть шанс, что возьмут. Возьмут либо Таллин, либо Гулбене. Так, ну ладно. Сменим пока ход. 42 дивизии. Если не будет ничего очень плохого, может быть у нас так. Так даже получилось. Интересно. 6. Здесь нас будут сжать. Придется отойти, наверное. Немного. О! Смотри. Давай сюда. Потому что тут у нас никаких шансов нет. Чтобы все хорошо закончилось. Захватим Варшаву, загасим 4 дивизии. Так. Можно в Швецию, по идее, было пройти, но... Нифига. Ой, бедные Хельсинки. Это печаль. Кажется, с ними происходит. Так. Одна дивизия, две. Вот эти пусть отойдут в Валитус. Там заводик. Так. Здесь я даже пока и не знаю, как лучше. Тут мы можем себя в ловушку загнать. Это будет плохо, если мы загоним себя в ловушку. Просто смотри, если мы надавим на Гулбене, то эти придурки, они... Ну, то есть у нас дивизии будут, допустим, 10. То есть, а эти отступят, допустим, в Тарту. Они просто тупо окружат всех, и мы с вами ничего хорошего не получим от этого. Выступать сюда точно так же тупо, по идее. Выступать в Таллин, ну, где-то 50 на 50. Неизвестно, что у этих на уме. Вот поэтому я не знаю. Ну, давай, наверное, попробуем надавить. Сейчас броневичками съездим. Вот эту позицию. И атакуем в лоб. Попробуем атаковать в лоб. 4 дивизии таллинские. Не, нифига не получилось. Так. Тут у нас, в принципе, такая патовая ситуация тоже намечается. Давай-ка в Ригу одну дивизию. Одну дивизию в Даугаву. Нет? Да, давай, Даугаву. Давай попробуем атаковать Гулбена в лоб. Даугаву мы можем терять. Я осознаю. О, удобно. Относительно удобно. То есть они могут, конечно, нас здесь задавить полностью. Ну, смотря что у них на уме. А могут вот сюда провести наступление. Да. Не самая пока, конечно, у нас хорошая ситуация. Я это признаю. Так, а в следующем ходу... А мы ничего пока особого купить не можем. Денежек у нас нет. Посмотрим. Бедные студенты мы с вами. Вот листы. У-у-у. Печаль какая. Надо отступать. Надо отступать, иначе
все плохо закончится. С Советским Союзом дальше бодаться, к сожалению, никак. Финляндия, Чехословакия. Главное ресурсы набивать. Тихоньку тут. И у нас с вами все получится. Броневички здесь. А тут нихера, к сожалению. Так, отсюда они нас выдавят, поэтому самым умным решением было бы, наверное, уходить. Да, уйдем вот сюда. Отсюда уйдем одной дивизии. Так. Тут можно броневичок взять, чтобы поддержку. Ну, как поддержку. Минск мы не будем набивать, потому что это очень тупо будет. Или же можно попытаться. Смотри. Вот так двинуть. Вот так на Минск. Вот сюда. Минск, хотя ресурсов нам больше нужен будет. Так. Броневичками, получается, по Вильнюсу, а этим всем счастьем поддержку оказываем. О, мы вообще их не вынесли. Неудачники. Так. Ну, значит, они нас могут из Минска выкинуть теперь. Надо все-таки отступать тут на юг. Значит, тут у нас неприятности случатся с этим Советским Союзом. Били они не Минск. Что? Они просто Ригу взяли. Они нас не отковали никак. Никоим образом. Вот это удивительно. В Минске бы станули. Вот это неудобно. Нас сейчас выкинут отсюда. Ну ладно. Так. 58 ресурсов. Броневички через один ход. Вот здесь вот сделаем. Варшава, Пинск. Так, ну удобнее всего, конечно, в Варшаве было. Так, сорян, ребятки. Позвонили мне. Дело жизни и смерти было. Так. Ну, значит, что? Есть выбор пойти в Пинск. О, смотри, как интересно. Нет. Это не лагик будет. Так, подожди. Что тут можно сделать? Можно пойти в Пинск, можно пойти в Варшаву. Нет, давай, наверное, в Пинск пойдем, чтобы отрезать им заводик. Плюс они сюда... А, они сюда, наверное, своих попрут. Этих бодигардов. Не, нам удобнее, наверное, все-таки будет в Краков. Там 12 дивизий, чисто 12 их можно окружить при помощи даже венгров и выпилить. Так что пойдем на Варшаву. Так, то есть нам... Давай, наверное, все-таки для удобства вот отсюда. Одной дивизии. Так, и здесь... Или все-таки в Пинск, потому что они нас могут отсюда выдавить. Ладно, давай в Пинск. Пусть они сюда людей скидывают, мы будем их ждать. Вот так. Так, броневички. Все будут отступать, короче. Потому что большая задница нам светит. Веселая миграшка. Так. И здесь давай Кёнигсберг займем. Так, 58 ресурсов. В следующем ходу броневички доказываем. Так. Нас, по идее, не догонят. Ну, заводик вот этот. Да, Угала, скорее всего, плачет у нас. Да, Угалу заняли. Они могут, конечно, в Плитус сейчас отправиться, но это для них очень рискованный шаг будет. Болгарию уничтожили, да? Так, из Варшавы нас выпинали. А, нет, Варшавы-то у нас не было.
как нас выпинать могли оттуда, откуда не могли взяться, по идее. Так. Новичков тут. Не понял. А, три броневичка, да? Три броневичка. А, все, понял. Вот так, двигаем. Четыре дивизии нас атаковать могут. В Таруне. Так, тут. Тут придется стоять кому-то. Дивизии. Блин. Четыре броневичка. Девять дивизий. Не круто это. Так, снижение кулдауна подкреплений 20 ресурсов, потому что 25 стоит. Есть такая штука. Технология, нет. Я не помню. Улучшенная скорочность снаряд. Это все фигня. Ой, это не то. А, вот здесь вроде. Снижение стоимости, снижение. Господи, вы ебнули, что ли, такую цену заламывать. Ладно. Не будем ругаться с этими нехорошими словами. Так. Даже так. Не, давай тогда. А вот как сделаем. Сюда зайдем. На Пинск вообще плевать. Пока. Пока у нас есть. Другая позиция, мы можем спать спокойно по поводу Пинска. Блин, нам еще больше половины фигарить. Приятелей. Плитус и так. Ну, тут нам не будет ничего угрожать. Варшава наша следующая контрольная точка. Ой, стой. Не делай этого. Итак. Умя. И одной в Сувальке. Не название такое. Сувалки. Ой, извините. Кстати, не факт, что мы их отсюда вынесем. Поляков этих. С первого захода. Если получится, будет классно. Не получилось. Так. Тогда в следующем ходу повторим. Алитус, броневички. Блин, броневички нам реально нужны сейчас. Но в этой ситуации мы их не можем пока достать. Так, давай, наверное, бахнем их. Три точно пойдет сразу. И один, по-моему, как только у нас место на заводике каком-нибудь появится, мы сможем. С броневичками замутить тему. Так, давай. Короче, Бельгию загасили. Вот Латвия. Ой, нас вообще отсюда выкинули нафиг. Варшава. О! Нет. Две дивизии тут сидят. Это никак называется. Так. Три броневичка. Здесь можно. Тут вообще никак пока. Ничего не получается. Так, 8 немецких. В общем, Варшаву можно вот так, конечно, взять. Так. Тремя броневичками сюда сунуться. Так, и коли мы пока ничего не сможем тут толкового сделать, можно вот так ходить. Они отступили. Так, а не, есть, в принципе, у нас возможность одна. 41 ресурс, кстати. Блин,
Будем копить пока. Если нас салитус отожмут, это плохо. Ой, стой. Чуть фигню не сделал. Одним броневичком вот сюда заезжаем. Одним. Так. Вот эти будут атаковать, господа. А, стой, нет. Нет. Так. Вот эти будут атаковать, а эти будут поддерживать. Вот. Вот теперь мы их задавим. Так. Угу. Отсюда из Варшавы могут нас выпинать. Каунас мы можем тоже потерять. Да. Ну и все ж у нас в розовых очках можно наблюдать. Да, немцы выпинали из Варшавы, но мы можем их окружить теперь. Каунас не трогают. Они вернулись в Даугаву, и пока нас особо не трогают. Еще один броневичок появился, что очень хорошо. Просто великолепно. Так вот. Так. Тут, к сожалению, одним придется отъехать. Кстати, у нас Пинск есть. Уже фактически это наша точка. Надо будет что-то там заказать, наверное. Тут уже дофига людей становится. Мы с вами можем облажаться очень серьезно здесь. Поэтому. Так. Так. И в Плитусе, наверное, постоим. В Плитусе мы можем заказать. А, слушай, не надо. Не надо. Есть у меня идея. Три. Так. Эти все поддержку оказывают, и мы еще десантные. Вот. Это уже минус 8 будет дивизий. Слушай, с другой стороны, мы устали. У нас очень неприятная ситуация. Не будем на десантки. Просто так плюс поддержка. Классика жанра. Не получится сейчас, в следующем ходу мочками. Ей! Отлично. Так, Пинск и Плитус под нашим контролем, по сути. Неизвестно, атакуют ли эти идиоты Плитус или Каунас. А вот эти могут вполне скооперироваться, напасть на Пинск. Абсолютно непонятно, честно говоря. Я просто броневичок закажу, давай в Пинске попробуем, потому что там на севере у нас никаких перспектив уже не осталось. Из Плитуса лучше всего свалить нафиг. Да, даже не понимаю, какое какое-нибудь задание про Советский Союз. Ну, там меньше 20 провинций. А, нет, это в Германии. Нет, с Германией, в принципе, можно потягаться, если только включить условие, что союзы, наоборот, включены. Я думаю, так можно было бы с Германией потягаться. Да, вот задание это не открывает никакие нации уже, потому что мы с вами... А, и спецканс выпинали, и Скаунас выпинали. Тогда валит у себя появится броневичок. Но это неплохо. Из Пинска мы выпинаем их обратно сейчас. Так, в Пинске две дивизии, ход наш. Что-то нам... А! Нормально нам так прибавили, в принципе. Так. Ковель, Львов. Вот если бы этими в лоб атаковать получилось, мы бы с вами очень неплохо тут смогли бы повернуть. Давай-ка в лоб попробуем. Без поддержек. Так, и с поддержками. Так, раз. Раз. Три дивизии, потому что сладкая циферка. Давай. Так. Кстати, подожди, броневичок в Альтусе не появился, что ли?
Как-то это тупо. А, он в Варшаве, может, появился. Да. Иногда он вроде в столицах появляется. Ну, в столицах, в ключевых провинциях. Иногда. Ладно. А, тут у нас пехота еще оказывается. Да? В общем, так. Пехоту мы вот сюда кидаем. Тут румыны. Знаете, броневички у нас уже дохлые, поэтому погода особо не сделает, что мы во Львов пойдем. Мне тут придется гарантированно лупить по Пинску. Четырьмя броневичками. Давай, короче, вот так. Атакуем отсюда и поддержим отсюда. Тут дивизию, они... У них шанс появился. На спасение. Они отступили. Не туда, куда я подумал. Мне показалось, что их Барановичи отступят. Ну ладно. Моя беда. Так. Вот. Крепление можно взять только в Алитусе. Кстати, Алитус никто и не тронет. По сути. Ой, вы только гляньте, где у нас броневичок появился. Ну и тупость же. Так. Так. Ладно, давай рискнем. Попробуем навалять. Нифига. Этих в Варшаву отведем. И добавим еще им. Так, добавим еще им дивизии 6. А этих сюда. Трех чуваков. Что? Какого черта они здесь появятся? Че это за баг такой? Так, ну ладно. Так, сколько у нас еще? 28, да? Давай еще десятку. Блин, ну это тупо. Как они тут появятся? У нас же Алитус есть. Ну ладно. Блин, поляков сейчас забьют же нахрен эти совки. Да. Забили поляков, нам из Пинска надо убегать, иначе бобо будет. Так, в Ганновере отряды добровольцев появились. Сюда что Польша уничтожена. А, из Зальтуса нас, кстати, тоже выпинали. Каким-то макаром умудрились. Так. Значит. То есть у нас нет возможности для подкреплений пока. И это очень плохо. Дамы и господа. Так, зайдем. Валяем им. Так, 26 все еще дивизий. Все еще 26. Тут можно подолбать попытаться вот этих во Львове. Я не знаю, успешно это получится или нет. Не, нифига. Так, отходим в Люблин. Отходим в Люблин, эти в Варшаве пусть сидят, пока не двигаются. Новые броневички появятся скоро. Танк я не собираюсь фигарить. Не ход. Так, румынов продолжают теснить. Ух ты, 12 дивизий тут. Слушай, это больно будет. Тут две. Глазго. В общем, пока... Так, снова из Алитуса выпинали, да?
Это вообще ни в какое. Получается у нас. Так. Опять иди сюда. Нет. Тоже пока никак. Да, ну слушай, люто так нас с вами пытаются зажать. Мы теперь на месте несчастной Польши сидим. Ух, если б можно было бы... О, давай так попробуем. Так, Запад. Если бы кто-то свои корабли... Испания свои корабли сюда убрать, смогли бы, мы могли бы на авиацию давить. Даже... Стоп. 7 бомбардировщиков, говорите, да? А тут броневичков у нас ни хрена нет. Тут можно было бы чисто за вынос их бомбардировщиков тут кучу всего наделать. Да, но насколько я помню, мы только в соседние провинции сможем кидать их. Так что нет, это не вариант. Блин, вот тут, если отойти, вдруг повезет. Давай одну дивизию. Одну дивизию рисковых парней. Сюда направим. Так. 7. 7-3. Тут не знаю как. Вряд ли получится что-то. Надо, наверное, отходить вообще. Всеми пытаться. Пытаться всеми отходить. Можно, кстати, к Берлину отойти, там охраны никакой нет. Так, наверное, из Варшавы тоже двинемся туда. Потому что это пипец. Пока мы в довольно нехорошей ситуации находимся. Так, я вам скажу, ну, немцев покусать можно попытаться, потому что, видите, тут датчане их грызут. Тут, ой, тут какая-то вообще жесть творится, непонятно. В общем, немцы занимаются всеми, кроме вот этого направления. То есть их Берлин можно попробовать клацнуть. Только сказал, можно попробовать клацнуть, так они сразу сюда кого-то скинули поближе. Пинск, чувствую, нас сейчас отожмут. Нет, не отжали. Добровольцы в Германии. Так, сколько их там? Ну, не сказать, что много. Так. И здесь никаких шансов их окружить не будет. А тут хоть какие-то возможности могут появиться у нас. Так. Поэтому убегаем нафиг. Так, отсюда нас с вами выпинали. Заберем, попробуем хотя бы Алитус. Так, Гданьск. Вот это вот дело. Ну, конечно, опасную игру я затеваю сейчас. Это может плохо очень закончиться. Если мы с вами не сможем отбить Берлин в течение примерно 4 ходов, удержать его некоторое время, то мы будем в очень плохой ситуации, очень-очень. С другой стороны, тут у них больше никого-то и нет. Вот именно вот здесь, тут. Тут где-то людей уж точно поменьше, чем в этом направлении советском. Тут нас вся армия красная преследует, если подумать. Так, ладно. В
Хотя попытаться можно что-то тут сделать, но очень маленький шанс будет. Лучше, наверное, с немцами попытать. Счастье. Так, нет, давай тут нас обстрелять могут, поэтому мы сюда зайдем. А отсюда у нас еще броневичок может подойти. А вот сюда. Щецин. Знаете, такое упоротое. Между тем, 78 ресурсов и один броневичок для нас с вами, можно сказать, уже готов. Так, вот этих было бы удобно сюда. Если поляки бы станут, это будет пипец. Так, Шетцена нас, скорее всего, кораблями вынесли. У меня такое предположение есть. 9 дивизий. О, класс. Жалко, наших убили. Ребяток. Котяток. Ну, слушай, их тут поменьше стало. Они больше на юг теперь идут. Так. Вроцлав. Надо к самолетам как пробиться. Самолетов у них дохренище. Вынесли самолеты, выполнили задание. Так. Одну дивизию оставим. Сюда еще зайдем. 100 ресурсов есть у нас. Так, ну ресурсы, наверное, все-таки буду копить на десант, который можно будет скидывать на самолеты. Это все-таки хороший шанс для нас с вами не облажаться. Совсем уж. Ну а к Варшаве скоро дойдут эти ублюдки, так что это уже решенный вопрос, к сожалению. К сожалению, для нас. Так. Вот если бы мы могли с вами вот этих вот сюда отбить, а вот эти, а потом броневичками отбить котбусцев куда-нибудь в Лейпциг или еще сюда, мы бы сняли 10 дивизий десантом. Но уж очень маленький шанс, что у нас это получится. Поэтому бить будем Кюстрин. И поддерживать из Гданьска. О, одну дивизию загасили. Вступили они, кстати, в Котбус. Так. Судя по всему. А, нет, в Берлин. Так, тут. 10 дивизий. Если они все нападут сюда, мы сможем что-нибудь придумать. Надеюсь. Так. Броневички я бы заказал. Но не факт, что они в Пинске появятся. Так, и ход заканчиваем. Интересно. Эти в Берлин подошли. Атаковать придется всяко вот этим отрядом. Чехословакия бы стану. О, в Пинске броневички появились реально. Ну тогда еще не все потеряно, если так посудить. Самолетики все еще здесь засели. Там одну дивизию бросить, можно было бы нормально. Тут 4 бомбардировщика. Так. В общем, перекрываю кислород этим под люком. Вот отсюда. Берлин, конечно же, глупо будет идти. Всяческую поддержку вот отсюда окажем. Попробуем надавить. Ой! Слушай, я очень сильно тупанул.
Я тут 9 отправил сюда дивизии, но не 9, я хотел одну сюда отправить, блин. Что-то затупил, реально. Ладно. Я надеюсь, что нормально все закончится для нас. Самолетиков тут нет поблизости? Что-то нифига. Так, ладно, из Пинска. Тогда отойти можно. На 89 можно. Да ничего пока не можно. На 89. Новичками пока отъедем к Варшаве. Если все будет очень плохо, можно будет отстроиться тут. Они от нас убежали что-то. Так, ну тут нас поубивали нафиг. К Варшаве подошли 4 дивизии. Ох ты. Ну, хоть экономические успехи нам выдали. Хоть так. Так. Смотри-ка. Мы Варшаву можем потерять. Не, Варшаву мы не потеряем. Мы вот сюда пойдем. Раз немцы стали обороняться серьезно, мы погуляем, пожалуй, немного. А вот здесь, кстати, был бы шанс. А нет, не был бы. Нет никаких шансов толком-то. Так, броневичок спасти можно. Все остальное, к сожалению, ни в какую. Так, бежим. Ну как, ключевая тут ближайшая, это Будапешт. На Будапешт теоретически можно нажать, попытаться. Нам надо просто границу с ним бахнуть. В следующем ходу мы набьем ресурсов на 5 дивизий десанта. Идея. Броневичками надо, конечно, что-то сделать. Так, можно схитрить, попробовать. Так, зайти. Да, никаких у них возможностей не будет. Так, давай, наверное, эти атакуют, остальные все поддерживают. Просто надо их куда подальше отбить. От нашей Варшавочки. Так. Ну все, больше у нас пока никаких возможностей нет. А 15 ресурсов надо. Тогда мы, может, сможем Будапешт. А нахрен нам Будапешт, если... А, нет, у нас броневичков нет, в общем. Загвоздка. Все. Можно было бы вот эти 10 снять. Вот эти 10 тогда... А, слушай, десант кинем, и нормально. Меняем ход, в общем. Смотрим. Эти в Астра... А, вот эти уже в Будапеште. Плохенько. Плохенько. Ну, не скажу, что очень. Все хреново так. Просто не круто. Офига себе. Хулиганы какие. Шведские. Так. Кюстрин, кстати, не трогает. Хулиганы шведские. Он хулиган. Да, он такой. Вот мороженый. Не помню, что это за песня такая. У Герштайн Гоп, по-моему. Да. Так. Можно попробовать Валитус опять. Залезть. Бессмысленная, конечно, затея. Полезть в Алитус. Здесь еще поляки же постануть могут. Ну, это уже и так, можно даже сказать, безысходности бытия. Ай, не, нифига. Смотри, они уже били, не все будут. Не. Это слишком толсто. Есть возможность. Так,
А тут у нас бомбардировщики, да? 7 штук. Нет, нет. Не получится то, что я задумал тут. Отсюда, в Кашице, пробиться можно. Так. Давай-ка продвинемся. Ну, этих сюда. Греха подальше. Этих, наверное, в Варшаву отведем. Надо все-таки оборонять свою ключевую провинцию. 143 ресурса. Пока не знаю. Пока не знаю. Вот в следующем ходу можно пройти в Дебрецен, скинуть десант и вынести авиацию. Я надеюсь, повезет нам с этим. Класс! Мы можем сюда тупо две дивизии запихнуть и нормально будет. Так, двенашка. Нет, не буду терять свои силы вооруженные. Пойдем в Дебрецен. Потому что эти 12 ее надавят, вынесут нафиг. О, блин. Тупо. Так, а тут у нас? Тут у нас два самолетика. Тогда давай больше десанта им кинем. Может, получится чего-нибудь тут. Так, в плитус они своих бомбардировщиков напихали. Так. Или лучше, давай, наверное, скопим. Можно скопить тут. Надавить попробовать. Уже со следующего хода. Да, кстати, такой вариант возможен. Да. Давай нам попробуем. В Варшаве сидим, потому что. Ну что тут еще с Варшавой стоишь? Бомбардировщики только навалять нам могут. Да вроде не наваляли, улетели куда-то. Ну, нормально тогда. Пока. В Одессе, в Варшаве. Варшавцев. Так. Не понравилось мне только, что бастующих нам не приписали как уничтоженных. Так. Ну все, тут у нас отличная ситуация, потому что можно десантом не баловаться даже. Мы просто вот так сделаем. Вот так. Готовы. 6 дивизий осталось. Так, теперь нам можно. Можно кинуть десант сюда в Брашов. Или Брашов. Не знаю, как правильный. Да, есть такой вариант. В Варшаве сидим, продолжаем сидеть. В общем. Тут просто ровно 6 дивизий сидит. Если мы их выпинаем отсюда, это значит, что мы победили. Немцы нас выгонят, скорее всего, из Будапешта. Так, 135 до 50. 108. А, нифига, мы не сможем 7 дивизиями пока побаловаться. Брошу. А они сюда пушки свои скинут еще. Вот в чем вся загвоздка. То есть, получается, мы ни хрена не в плюсе будем пока. Ну, 6 дивизий, это уже, по крайней мере, не так страшненько. 6 дивизий загасить. Так. Давай-ка тут рискнем немного.
Все равно никто сюда пробиться не сможет. Валиту сдвинем. Так. В общем, если все будет хорошо, на нас не нападут, они пойдут на юг. Мы продвинемся сюда немножко поближе и вынесем авиацию на них. Все. Нормально будет. Потому что вот этих мы не заваншотим. Это почти точная информация. Может, просто выпинаем. Да, так мы смогли бы десант кинуть. И все нормас было бы. Сюда десант и соседский десант, допустим. Ладно, давай сменим ход. Не будем никого пока кидать. Посмотрим, как все будет выглядеть. Не, выпинали. Выпинали и уничтожили. С вами. Варшаву сейчас отобьют. Так. 6 дивизий все еще. Все упирается в 6 дивизий. 2 здесь. Это 12, да? В Белграде. О! О! Слушай. Идейка есть. Та-да-да-дам. Так. Та-да-да-дам. Все, mission accomplished. Отлично. Отлично. Ну, долго что-то мы. Очень долго. Да и потеряли много довольно людей. Но зато мы латыши, истребители авиации. Да, у самих авиации нифига не было, зато вражескую подпортили изрядно. Ладно, закончим на этом пока. Да. Следующая задача у нас будет, по-моему, за Венгрию. Да, если не ошибаюсь. За Венгрию. Звательство провинции. Чтобы открыть задачу звательство провинции, я, честно говоря, не помню, что там надо сделать. Вроде два задания тут выполнить каких-то. Или все три откроются у них сразу, может, не дописали. Ладно, не помню уже. Да, посмотрим потом как. Что. Ладно, на этом пока закончим. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте лайки. Всего доброго, увидимся. Продолжаем прохождение. Помните, что все самое тесное еще впереди. Thank you.